в свою очередь. Является тоже по-своему уникальным текстом, потому что даже сам Лука в самом начале своего повествования указывает на то, что это, в общем-то, некое исследование. Учитывая, что писал он довольно поздно, в его распоряжении уже были многие тексты, записанные евангельские повествования, и он исследует их, пытается их согласовать, и, естественно, как некий такой критически настроенный историк или, не знаю, как это назвать, ну да, скорее всего, именно как историк работал, он стремился к тому, чтобы этот текст был максимально полным, но при этом лаконичным. И, опять же, учитывая его культурный опыт самого Луки, он был еще совсем сильно культуры. И Евангелие от Луки получилось самое такое красочное, самое красивое с литературной точки зрения. А хотя, должен признаться, что многие исследователи говорят о том, что вот все эти достоинства лишь отчасти видны в наших современных переводах. Точнее, ну, вообще в переводах в славянском или в русском переводе. В отличие от оригинальных древнегреческих текстов,